В Италии зажгли самую большую рождественскую елку в мире. Яркая инсталляция размером в 3 футбольных поля раскинулась на склоне местной горы в древнем городе Губио, благодаря чему ее видно всем жителям и многочисленным туристам. На создание гигантской елки ушло около 2 месяцев, а высота дерева составляет около 900 метров. Для соединения всех лампочек требуется свыше 7500 метров кабеля различной мощности. Впервые такую елку установили в 1981 году, а через 10 лет она вошла в книгу рекордов Гиннесса.